Центр реабилитации наркозависимых «Воля» работает под патронажем областного министерства по молодежной политике. Помощь оказывают в 5 структурных подразделениях. В Ангарске такового нет. Между тем, из 10 обратившихся в центр почти половина жителей нашего города. А потому специалисты сами приезжают сюда. Мы работаем над тем, чтобы выработать мотивацию у наркозависимых лиц, у лиц, которые имеют опыт употребления психоактивных веществ, рассказать им о том, что такое зависимость, рассказать, как можно с ней справляться. И, конечно, предлагаем услуги, которые мы осуществляем в нашем центре реабилитации в Иркутске. Реабилитацию прошли уже 1000 человек. Какого-то общего правила для пациентов не существует. Это индивидуальный подход, и, как правило, сроки обычно варьируются от 3 до 9 месяцев. В зависимости от тяжести, в зависимости от последствий и так далее, и так далее. И вообще, насколько готов человек и его родственники включаться в программу выздоровления. До выпуска пациенты проходят тяжелый путь и заканчивают его уже люди, у которых есть сильная мотивация изменить свою жизнь. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.